Выявить лучших специалистов из области дополнительного образования. В столичном ДДЮТ прошел финальный этап республиканского конкурса «Золотой ключ». Свое профессиональное мастерство показали представители 6 организаций. Профессиональный конкурс для методистов и руководителей организации дополнительного образования проводится в республике 4-й год. Педагоги, туристы, экологи, хореографы, вокалисты – всего 12 направлений деятельности. Сам конкурс – это рост не только участника, но и всего коллектива организации. Основная его, конечно, цель – это выявить самых лучших, самых профессионально компетентных специалистов системы дополнительного образования и, в общем-то, поднять имидж тех, кто работает сегодня в системе дополнительного образования. 6 участников. По итогам заочного тура конкурса в финал вышли лучшие. Сегодня они представили свои методические материалы, прошли тестирование, провели открытое мероприятие и выступили со своей группой поддержки. Сложности как таковых особых ничего не вызывало. Интерес, острый интерес, да. Желание показать и представить во всех возможных, во всех заявленных здесь номинациях этого конкурса, представить наилучший вариант, да. Вот это как раз желание было. Оценивали конкурсантов профессионалы, в жюри директора, руководители организации, методисты. Заинтересованность исключена, судят те, чьи коллеги не попали в число финалистов. Победители награждены дипломами и ценными подарками. Татьяна Лилица, Оксана Ступа, Павел Бажонко, Первый Приднестровский телеканал.